Это Спарта! Настоящая Спарта. О ней вы прочтете в книге «Спарта. Мир богов и героев», вышедшей в издательстве «Книжный мир». Почитая подвиг 300 спартанцев в Фермопильском ущелье, а это самая известная битва в истории человечества, прошедшая 2500 лет назад, достаточно ли мы знаем о настоящей Спарте? О том, как жили спартанцы, каким богам поклонялись, как управляли своей страной, как относились к соседям. Многое в исторической науке превратилось в штампы, которые кочуют из публикации в публикацию и оседают в учебниках и кинофильмах. Спартанцы не были жестокими, коварными и неграмотными. Спарта была ведущим культурным и ремесленным центром Эллады. Здесь жили не только воины, но и выдающиеся поэты и мастера, политики и историки. И только философы и комедианты не пользовались здесь популярностью. Они создавали иную реальность там, где реальность уже превратилась в идеальное государство. Именно Спарта была прообразом такого государства, о котором в своих сочинениях написал Платон. Именно со спартанской системы скопировано многое из того, что возвеличило Древний Рим. Русь, как Третий Рим, безусловно, наследует древнеевропейскую историю. Как и мы, но только настолько, насколько сами того захотим. В книге есть много того, что не найти в других изданиях. О происхождениях спартанцев, о верованиях спартанцев, о существующем сегодня в Спарте археологическом музее, собравшем находки на Акрополе Древней Спарты, а также очерк о боевых искусствах Древней Греции. Книга обильно иллюстрирована собственными фотоработами автора. Купить книгу вы сможете в интернет-магазине издательства «Книжный мир», который найдете через любой интернет-поисковик. На странице издательства надо войти в раздел «Авторы» и среди них найти все произведения Андрея Савельева, которые есть в продаже. Здесь покупка обойдется без торговых наценок. Книгу можно заказать по почте или приехать за ней в коллектор издательства. Желаю читателям приобщиться к истории настоящей Спарты, такой, какой ее увидел автор, интегрируя различные современные и древние источники, непредвзятым взглядом оценив историю одного из величайших государств древности. Читайте книгу Андрея Савельева «Спарта. Мир богов и героев».